Так, счет 3-4. Вот рэп этот вообще мое. Еще раз. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться играть песню Лизера под названием «Между нами». Тем более вы ее просили разобрать, очень много в комментариях писали. Дарья, разбери, ну конечно же, я разберу для вас сладких пирожков. Ну, а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у меня есть до сих пор цель за этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале. И именно ты можешь помочь мне достичь эту цель, все очень просто. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Каждый сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Скажи мне эти три слова, что ты так давно хотела. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Разбор на укулеле. Песня супер простецкая, строится на трех базовых аккордах, которые в совокупности там стоят, об этом сейчас я расскажу. Также тебе понадобится в этой песне каподакстер, мы его зажимаем на первом ладу, то есть чтобы был оригинал. Если вам не подходит, вы что-то там покрутите, повертите, может на втором, может на третьем, а может вообще без каподастера вам вы сможете спеть, будет супер круто. Вот, ну а так, если что, в оригинале каподастер на первом ладу. Как строить аккорды от каподастера, тоже чуть-чуть попозже объясню. Начнем с аккордов. Первый аккорд, аккорд фа, мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. К этой же конструкции мы добавляем третью струну на втором ладу, и получается у нас аккорд ДМ. И третий аккорд, аккорд АМ. Мы просто с этой конструкции оставляем четвертую струну на втором ладу. То есть все, вот эти у нас три аккорда на протяжении всей песни. Еще раз, фа, ДМ, АМ. Как видишь, все очень просто. Тут стоит ничего никуда, баре тем более ставить нам не надо. То есть бегать, прыгать, скакать, это тоже нам не надо. Все очень просто. Фа, ДМ, АМ. Все. Теперь, как их строить от каподастера? Берем каподастер, ставим на нужный лад, в нашем случае на первый. И представляем, что теперь каподастер это нулевой лад, и от него начинаем считать. Соответственно, получается, что у нас фа будет так, ДМ и АМ. Про каподастер буду объяснять немножечко позже, но что тебе нужно знать, это то, что он меняет тональность. То есть вот если мы будем играть без каподастера, это не оригинальная тональность. Ну, может тебе удобно под нее петь, оставь так. Если нет, ставишь каподастер на первый лад. Шедеврально, гениально. С этим понятно. Что теперь касаемо боя? По сути, сама песня строится на следующем бое. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Его мы будем играть на аккорд фа и ДМ по одному разу, а на аккорд АМ два раза. Получается. На этом бое можно закончить весь разбор, но в плане, то есть на этом бое можно играть всю песню, но это будет слишком просто. Ну, типа, тут аккорды, прын-трын-трын-трын, аккорд, как бы, и тут бой тоже все очень просто. Мы немножечко это разнообразим. Каким образом? Куплет мы также будем продолжать играть вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, но на последние три строчки мы будем играть просто один удар вниз на каждый аккорд, то есть со слов... Да я не буду больше писать, ведь все что-то хотел сказать... Моя рука у телефона. Блин, корявая рифма, очень сложно запоминается. Ну, давай попытаемся это все соединить. Соединяем сначала припев. Каждый сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Скажи мне эти три слова, что давно сказать хотела. Давай останемся друзьями. Вот, да, смотри, далее у нас идет как бы фа и ДМ как проигрыш. Потом один раз мы играем АМ впустую, и за вторым разом, когда мы играем с вами АМ, мы начинаем говорить слово «давай останемся друзьями». Как это будет выглядеть? Давай останемся друзьями. Давай соединим теперь полностью весь припев, погнали, и... Каждый сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Скажи мне эти три слова, что давно сказать хотела.
останемся друзьями. Проигрыш. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Далее у нас идет с вами куплет с точно таким же боем. Единственное, на последние три строчки мы сыграем как бы разнообразие, сделаем удар вниз на каждый аккорд. Но это слов, да, я не буду больше писать, ведь я сказала тебе, что хотел сказать. Моя рука у телефона, вот на вот эти вот строчки мы играем один удар вниз на каждый аккорд. Сейчас все продемонстрирую, смотри. Я напьюсь, сильно напьюсь, я так хочу позвонить тебе, но, пожалуй, воздержусь. Я ненавижу твоих бывших, ненавижу настоящих, ненавижу твою глупую собаку, но почему же все еще люблю тебя? Еще люблю тебя. Ну где ты там, как ты там, напиши хоть слово, с кем ты там, кто с тобой сидит почаще дома. Да я не буду больше писать, ведь я все сказал, что я хотел сказать. Моя рука у телефона. Вот, криво-косо, но более-менее принцип ты понимаешь, да? Угу. Далее мы опять повторяем с вами припев, который только что выучили. Далее у нас идет с вами второй куплет, а во втором куплете на первые четыре строчки мы будем играть также удар вниз на каждый аккорд, потому что там идет рыбчина, и играть под нее бой, ну, будет очень сложно, потому что там такие заковыристые рифмы, и около мене, это же лидер. Вот, смотри, вот так у тебя примерно это будет выглядеть. Так, у тебя давно уже своя жизнь, у тебя там, наверное, новый парень... Вот, как у тебя это будет выглядеть? У тебя там давно уже своя жизнь, у тебя там, наверное, новый парень. С кем ты тусуешь на выходных? Я вторую неделю один по району гуляю. Давай останемся друзьями, а? Тебе легко говорить. Как можно дружить с тем, кто из головы, блин, не вылезает? Далее, на оставшиеся места второго куплета опять продолжаем петь наш... с боем вариант, да? И... Ты разбила сердце пацана, я тебя ненавижу, но так сильно же люблю тебя. Ча-ля-ля-ля-ля, тара-па-па, я тебе позвоню. Вот, ну а далее припев последний у нас также с вами играется, как мы учили его только что. В принципе, вся в песне криво-косо, но мы ее разобрали. Но если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк. Также не забудь написать в комментариях следующие предложения на разборы, там песни, мелодии, неважно. Но если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти уже ребята, за что им огромное спасибо. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Я не буду больше что-то там писать. Я ведь сказал все, что хотел сказать. Моя рука у телефона. С кем ты там? Кто с тобой? В ноту не попал еще раз. И...